Возможно, из-за скамля посмотрим. 232. Это будет на зверя забег. Ой, какой забег красный. Какой красный забег. ЗЦ, СБ, КЗ, ВЗ. Это, ебать, 8 букв, по-моему, да? И это 8 букв. Реально 8. Ничего не пропустил, вроде 8. Вроде все буквы. Смешной сид получился. Ну да. Получается 8. Внезапно, но 8. Так. Что у нас? Скорость говна, терза уже получше стала. И так была неплохая, и дэмэджа нихера нет. И активка интересная, которая часами ломается в мясо. Скорость я точно хочу забрать. Это явно пригодится. А, ну да, я еще могу чихать. Будь здоров, Эден. Так, вопрос. Это сработает. Сработает. Это почти сработало. Yes. Вычихал. Забавная хуйня. Изи. Так, не чихать рядом со стенами. Чревато. И мух делать не дают, тайтамы одни хорошие. У меня чих зеленый, фу. Как это странно. Я вроде наоборот даже покрасивее стал внешне. Так, у меня даже ключи вроде есть на это дело. Дальность. Наверное, я могу забить на дальность. Сделаю первую муху. То совсем уж печально без мух. Чихает с соплями. Но обычно чихает с соплями, но... Наверное, и так можно. Так, мне почти хватает. Кстати, мне бы уже одной копейки бы не хватало всего, если бы я сейчас взял бы тот айтем. Мне бы одной копейки бы не хватало. Ёпта. Дамаг. Ладно, без опции, похоже, остаемся все же. Я мог, конечно, пойти в альтраут, но... Ми. Еще и ключ тратить. Ме. Пофиг. Я так буду в порядке в этом забеге с тиммайтом. О, кстати, удобно. Очень удобно. Причем муха тоже, да, это делает, погоди. Да, муха тоже это делает. Могу и муха, и чихом ломать костры. Превосходно. Здравствуй. Пошел отсюда. Пошел отсюда, говорю. Это не надо. Так, я, может быть, на удачу претендую, но у меня всего один тринкет. Тогда я мантию потеряю, но мантию терять было бы неохота, наверное. Удача, возможно, не особо-то и нужна. По факту. Не-не. Не-не-не-не. Этого не надо.
Опять пошли обратно. Все-таки магаз проверим. Вообще-то прикольно упадет там. Вторые опции. Эпик. Мне настолько мне нужен, чтобы сухотильник на него сливать. Это может быть это ран на ангела. Да, возможно, ран на ангела. Из-за мухи. Честно говоря, блин, ангел такая хуета. Я о том же. Я про то же. Может, даже эта активка, в принципе, не оправдывает поход на ангела. Честно говоря. Так что все же думаю, я, короче, зайду на дьявола, а там посмотрим. Там уже по ситуации. Смотря что я там увижу, наверное. Там уже и разберемся. Все же думаю, пока нужен. А там мем. Атомем, думаю, да, вот это я уже брать не хочу, что-то хп уже мало. А, тогда nevermind, тогда можно. Считай, бесплатно взял. Плюс-минус. Это как бесплатно? Никак не бесплатно. Ладно, все равно это оставлю. Это все еще кажется полезнее. Вообще, что я не могу два тренинга таскать с собой. Это самая песня. Одна единственная в этой группе. Так. Это ничего не даст. Так. Вот тут навряд ли это сработает. Не. Тут так я не чихну все же, наверное. Бери. Сама хороша. Сама рили хороша. Да, она работает. Ага. Это любопытная карта. Это любопытная карта. Это, считай, билд гарантированный, если я найду диплопию. Я могу просто мог сделать миллион в любом случае. Что я, наверное, и сделаю, скорее всего. Даже париться не буду. Блядь! А, не, нормально. Повезло, что не задело. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Пошли в Кёрсу.
Ну, я, конечно, люди не пытаю. Все равно, я, конечно, удачу проебу, скорее всего. Но посмотрим, может, хоть маленько поиграем с удачей. В принципе, мне уже мантия не особо нужна. Хотя мантия нужна для, опять же, сейва удачи, но я не могу и то, и другое забрать. Так что... Ну, а так вроде плевать, с костяшкой так я в порядке, по идее. Надо чихать аккуратнее. И так еще быстрее удачу потеряю, по-моему. Надо просто уже не чихать, наверное. Нет смысла. Там сундук упал. Вообще давай, шанс на планетарии. Пусть будет. Блин, телепорт так-то полезно, но ладно. Пока, думаю, переживу без него. Не хочу вайл-карту выкидывать сразу. Тама. Шла Тама. Вау. Лёгся на секунду. Ну ладно. Душная комната. Опа. И Африка закончилась. Ну, сейчас будет перерыв, а потом опять будет мамби. Ебать, она орёт. Научный рэп. Там на хаш старая для глаз. Это правда. Там хорошо, а там обычно рукает. Не, не буду муху делать за 10 пизду, лучше деньги оставлю. Пока пофиг на рандомных мух. Эх. Не повезло, не дали никакого хп. Ну, если будут часы, сразу можно сделать миллиард мух. Это буквально делается в той же комнате сразу же. И сразу будет кап по мухам. Только я часы найду. Постоим. Постоим, попердим. А, здесь второй слот на карту. Ты знаешь? Да похуй, наверное. Все, я уже мункарту повязал. Так, может, взял бы для подстраховки сразу с собой мункарту и вайл-карту. Ну, ладно, я так уже буду плевать. Это можно оставить. Вообще это можно съесть. Если ты мне дашь уголь, то я тем более это съем. Отлично. Хотя это вторая часть с руна. Вторая часть с руна. Предевил. Что я могу испортить? Могу дэмэдж испортить. Не, дэмэдж не хочу портить, у меня дэмэджа вообще нет. 3,7 дамаг. Маловато все же будет, наверное. О, оно. Ой, блядь.
Feels не like оно. I'm walking on sunshine. Бдыщ. О, опять пошел Мамби. Сегодня смешно получается. Мамби, перерыв, и снова Мамби. Рекламные паузы между альбомами Мамби. Привет, лысина. Поспать можно. Сам любил модер. Модеры все хороши. Ладно. Я в целом, конечно, пофиг. Хюмина. Хюмина не просто модер. Хюмина просто моя любимая. Это все же маленько другое. А модеры все хороши. Модеры все хорошие у меня. Плохих мы не держим. Даже дюк. Да даже дюк, в принципе. Более-менее. Даже дюк в чем-то молодец, наверное. Да, если сделаешь берсрайт, у тебя будет два берсрайта. Даст еще раз три айтема рандомных. Так что да, их можно диплить. Там отключилось. Так, там была кровать. О, там вернулась. Так, это возможно я съем. О! Ладно, тогда возможно я не хочу пока есть. В принципе, можно было, ладно, хп все намного. Я вижу свитер. Ура. В этом году. Тут еще большой, в принципе, есть время. Еще всего лишь январь. Нет, стоп, уже не январь. Но не важно. Почти январь. Даже и декабрь. Спать, короче, по шлем. Привет, заразный. Спасибо за 300, молодой недоброжелатель. Спасибо. Так, пока что я еще карту не потерял. Это тоже не может не радовать. Вдруг еще пригодится. Thank you.
было. Фига их развалило. А это уже босс. Не, Магас, не хочу пропускать. Я могу эту руну пропустить даже, наверное. Но вот не Магас. Магас, не хочу пропускать. Там все же мемы. Причем всякие разные. Меня, в принципе, и диплопия, и часы устроят. Примерно одну и ту же функцию выполнят. Не сильно даже будут, по-моему, отличаться. Дача. В принципе, на Атаму. Ладно, тебя тоже можно пофармить. Ему мало. А это луп. Луп из 7 за луп. Мне не хватает теперь красного еще. Сука. Все-таки мы это нашли. Так, а покегоу стакается, я опять... Блять, я это, помню, делал за один ранд до смерти VR-стрика в Автоберс Плюс. Но это было в Автоберс Плюс. Я там это, по-моему, делал. Я там, по-моему, делал кучу покегоу. Такое вроде было. Но не помню, к чему это в итоге привело. Не помню, чего я в итоге добился этим. Возможно, ничего. Я из этого не получил. Ну, я до босса дойду. Может, там что-то на боссе будет смешное. Посмотрим. Подарок на роли. Возможно, тоже, да. Ну, скорпиошка явно ничего не даст. Скорпиошку просто забрать можно. Ну, это смешно, конечно. Когда так легко все получается. Просто на. Забирай. Забирай. Сделка, я знаю, я сейчас дойду до сделки, да. Я схожу на сделку, очевидно. Смотрим. О, кстати, знаете, что еще можно найти? Какой-нибудь локап найти можно в теории. Кстати, хуёво, что я, блядь, я взял сразу эту хуйню, да, на удачу. Наверное, зря. О, почка активировалась. Охуеть. Я скуба получил. Здорово. Я дверь не вижу. Я бы сейчас мог сделать бы атаму стопроцентную. Обидно. Что-то я не подумал, что меня так может повести в этой жизни. Что так все легко может получиться. Так все реально получилось легко. Терза без скринчания особо нужен. Кринж-паук. Умирай. Нет сделки. Так. Ну, короче, есть интрига. Или реально покегоу куча. Или нет. Скорее всего нет, но плевать. Правда, если работает, то будет даже плохо. Тогда это даже опасно может быть. Так, ладно, короче, забираем здесь все. Все, ничего лучше я не придумаю в любом случае. Так, это... нажать... Не, я не хочу ждать, мне лень. Так, не обосраться. Wild card.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ну, видимо, 15 будет, окей. Прям как стоимость. А вопрос... Я могу обесить абисс? Кстати. Хороший вопрос. Наверное, могу. Скорее всего. Блять, а если не могу, то это будет очень странно, если я просто все это просру. Не, вроде могу. Даже он, кстати, не все съел. Потому что, видимо, уже лимит по мухам был. Все, это максимум. Нормально. В принципе, нормально. Куда мне еще больше? Карту еще оставлю, вдруг где-нибудь еще применю, хотя уже не знаю где. Мы же не горды, нам много не надо, господи. Мух сделали и пошли. Тыкалком. Бэбик, вон он, на месте. Бэбик, вроде, на месте. Обидно, что я не сделал все-таки удачи много. Тут реально можно было сделать удачи до хера. Конечно, маленько обидно. Мог Атаму сделать на спрок 100% впервые в жизни, по-моему. Что там, по-моему, надо счет удачи 90, что ли, надо удачи, или типа того? Не, меньше. Меньше. Наверное, все же не 90. Наверное, поменьше надо удачи. Но один хрен, надо много удачи. На Атаму максимальную. Так, Хермит есть. Погнали. Лоб. Такое халявное. Ты кто? Сам дурак. Я пока не понял, Пикегоу прокет или нет. По-моему, нет. По-моему, это просто один Пикегоу прокет. Он же может давать... Подожди, или он не может давать кучу челиков на экране? Actually don't know feelings, I can't say. If it's the same Pikegoo, I just get like lucky. Like free pets flying around. It's probably possible even with one Pokegoal. So it probably doesn't matter. I have like 15 of Pokegoals. That doesn't work probably. Я там оставил? Я там оставил, по-моему, вайлдкарту, да? А хотя нахер мне вайлдкарту уже, господи. Что я с ней сделаю? Чего я с ней уже не сделаю? Вероятно. Хотя как будто чаще Pokegoal прокает. Не знаю, вот, может, все-таки влияет. Все-таки, может быть, и влияет. Непонятно. Непонятно. А он все же, наверное, ничего не делает. Скорее всего. Так это прекрасно этому. Это каждые две комнаты я получаю прок сейчас, по ощущениям. Каждые три комнаты. Может, каждые четыре. Непонятно. Я не помню, как обычно оно пропает, насколько часто оно пропает, когда у тебя один айтем. Непонятно. О, деньги я лучше отдам. Мне уже глаза от мух болят. Их слишком много. Охренеть. Жесть, конечно, мух наплодили. Отправить, да? Насрать. Где насрать?
Тем более я все равно уже обис нажал, у меня уже не было диплопия. Я уже мув сделал. Че там ролить, у меня денег не было. Надо было при этом еще обис не нажимать. Тогда бы это сработало, иначе бы это уже никак не сработало. Я уже диплопию поломал к тому моменту. Ну, видимо, не умрем. Молодца. Ой, это ж короткий. Пойдешь. Даже он с ломкой забег довольно быстро получается. Хотя это ломка, это называть-то язык особо не поворачивается. Псевдоломка. Типа ломка, которая 2 минуты отняла времени. Это будет смешно. Это будет забавно. Завиток заберу. You need to repent. You need to confess your sins and become saved. Let his light inside you cleanse your soul. You are insane. Смешные шутки силы. Сейчас лопну от смеха с такими шутками. Мухи бронебойные? Какие мухи? Что значит мухи бронебойные? Что это значит? Не уверен, что они броню игнорят. Возможно, и нет. Найс. Хорошие этажи. Блэкруна. Не, не будет Тирейд. Ну хотя, в принципе, может быть, лучше бы заблокрунить. Дамаг больше бы дал бы, чем Тирейд. Что он на мух влияет. Тирейд только на меня влияет. А, пофиг. А, кстати, я же... Годха Тауэр эту доджу. Тайтан так редко бывает полезен. Который дает 2 удачи из секретки. Но сейчас он реально полезен на эту атаку. В принципе, это вся польза от него. В основном. Что-то на эту фазу. Это было тоненько. Козявки с ума сходят. Здорово. Спасибо за эту катсцену. На тебе, Блэкруна. Получай. Мерзкий всадник. А, кстати, вспомнил. На зверя пошел. Я там на бусте же ран смешной вкинул. Так что вот. Даже бесплатный. Я что-то охуел вчера. Я там решил перепройти свой старый сид, который... Ну, старый, который был недавно. Ран номер 200. С часами на зверя. И там смешно вышло. Так что вот.
Можете глянуть, кому интересно. Даже бесплатно. Но я вчера реально охуел от того, какой там мог быть хайп, если бы я реально так сделал на стрике. Теперь реально, если бы я на это пошел. Было бы, конечно, хайпово, вау. Если бы всем было бы плохо, очевидно. Но все равно. Но было бы смешно, если бы я так сделал. Я... Кто за... Random wildcard diplopia? Like always. It's the only breaking I can commit to in this game. Fastest one. But sadly, Pokégos don't stack. I feel like. They probably don't stack. So it's pretty useless. Like, they don't stack. That much, anyway. Fly's pretty good. Fly's doing all the work. Не, там была это Диплопия вайлдкарта, как всегда. Просто нашел сначала вайлдкарту, потом нашел Диплопию. И плюс обис стартовый, который я оставил. Что мушной угар получился. Покегоушный угар, но такой незаметный. Два.